друг. По словам Артема, руки по локоть в крови не у него, а у Никиты Лыткина. Я не маньяк. Вот я не маньяк. Я убийца, но не маньяк. Маньяки это вот такие вот, которые вот там за стеной стоит, которые уши режут. Никита? Да. Я не знаю, с чего он стал таким. По-видимому, на него тоже вот это вот интернет повлиял, вся вот эта дребедень. Вы по каким-то признакам подбирали ваших жертв? Или вам было все равно, кого убивать? Ну, для меня было все равно, но как-то вот так получалось, что жертв всегда выбирал мой подельник, Никита. Ну, он вам как-то объяснял, почему вот именно это делаешь? Да, объяснял. Как он объяснял? Он объяснял это очень просто. Потому что он не может, допустим, кинуться на какого-нибудь нормального мужчину, как я ему говорил. Раз уж ты собрался-то убивать, так давай, что ты убиваешь по-настоящему тогда. А он только на женщин. Я говорю, а почему не на мужчину? Так а потому что мужчина может дать отпор. Он всегда этого боялся. Вы сразу во всем признались? Да. Так а что таить-то уже? Так уже все понятно. Раз такие видео на компьютере лежат, кто еще мог совершать это все? Жертвы головорезы готовились основательно. Мы сидели у меня дома. Потом пошли, ножи купили. Ну, для этого специально. Но у Артема раскладной был. У меня обычный. Ну и пошли как. Ну там колодец был возле леса. Ну и как подумали, что там может, ну могут бомжи быть. Ну и там бомжиха спала. Ну, мы подошли. Я взял нож и, в шею воткнул. Ну, и дальше продолжили резать ее. Ну, потом убежали уже. Ну, потом вернулись через некоторое время. Взяли, Артем камеру взял. Ну, и снимал. Что снимал? Ну, происходящее. Ну, а я подошел с ножом к ней, делал уже это все. Что все? Ухо отрезал. Потом глаз выпил. Руку еще попытался отрезать. Никита, зачем вы убивали людей? Мы как хотели. Там в первую очередь пример брали с этого. С кого? С других уже. Убийства. С днепропетровских маньяков там. С этой. В Навалине там. Это, магия крови там была. А что такое магия крови? Банда-то. Бомжей, которые убивали. Посиди.